Северокорейские войска уже вступили в бой с вооруженными силами Украины на Курском направлении. Известно и о том, что силы КНДР уже попали под обстрел. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курчине. Ранее США подтвердили, что Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч своих военных. Также была информация о том, что военных из КНДР везут на фронт на грузовиках с гражданскими номерами. Тем временем издание The Korea Herald раскрыло детали соглашения о военной поддержке между Российской Федерацией и КНДР. В материале говорится, что Россия пообещала Северной Корее около 700 тысяч тонн риса в год и выплаты для солдат по 2000 долларов ежемесячно в обмен на поддержку войне против Украины. А также передачу Северной Корее космических технологий и вероятную помощь со стороны России в случае военного конфликта на Корейском полуострове.